В минувшее воскресенье текстильщик провел предпоследний перед зимним перерывом матч первенства России по футболу. В Москве наша команда встретилась с местным «Локомотивом-2». Игра оказалась непростой для обоих соперников. В первом тайме голов забито не было, зато второй побил все рекорды по количеству опасных моментов. В итоге встреча завершилась ничьей – 3-3. В турнирной таблице первенства текстильщик по-прежнему единолично занимает третью строчку.